Мечты, мечты, какая сладость. Мечты ушли, осталась гадость. Красивое стихотворение. Мои хорошие, это не стихотворение, это правда. Не надо ни во что мечтать. Психологи учат, мечтай, визуализируй. Не надо ничего визуализировать. Если ты хочешь чего-то прийти, всегда действуй. Визуализация означает, ты разрушаешь свою возможность жить нормально, потому что именно мечта приводит к поражению всегда. Есть цель жизни, а есть мечта. В чем разница? Люди не знают разницы. Есть такая песня Антонова тоже. Мы выбираем путь, идем к своей мечте. Но он при этом поет не о мечте, а о цели жизни. Он говорит про мечту, а поет о цели. В чем разница между мечтой и целью? Когда человек выбирает цель жизни, он не мечтает, он идет. Понимаете, идет, то есть он выбирает путь. Человек выбирает путь, он идет, он действует, он совершает поступки. А когда человек мечтает, он просто ждет. Вот когда ко мне придет мой белый принц на белом коне? Ну когда? Никогда. Потому что ты ничего не делаешь, ты сидишь дома, ты никому не слушаешь, ни о ком не заботишься, никого не любишь, просто сидишь и мечтаешь. Это называется депрессия уже по-женски. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Ну, то есть она как бы сочиняет, что ей надо. Получит? Нет? Нет. Нужно поступки совершать. Если человек поступков не совершает, ничего не получит в жизни.